Оплата проездных билетов банковской карты – популярная технология, которая в настоящее время внедряется многими транспортными компаниями. Такой прибор, позволяющий осуществить безналичный расчет за проезд, называется валидатор. Его установка в автобусе не занимает много времени, а работает аппарат безотказно. Улучшение транспортного обслуживания. Мы уходим от наличных денежных средств, да, ну и, скажем, это удобно, это передовой метод обслуживания, то есть наряду. Никто не говорит, что у нас будет отменена система старая, то есть контрольный билет бумажный, он все-таки у нас остается. У нас получается альтернатива бумажному билету. Валидаторы принимают транспортные карты, с которых списываются средства во время поездки. Безлимитная карта стоит 780 рублей. Приобрести ее можно у водителя или в почтовом отделении. Заходим в автобус, покупаем у водителя карточку, прикладываем, влазим в билет. Значит, эта карточка уже активирована, с нее уже как бы снимается поездка. Но так как она у нас безлимитная, как бы месяц 780 рублей – это хорошая льгота для людей. На установку системы столичными властями сегодня потрачено более 1 000 000 рублей. Пользоваться такой карточкой будет просто и удобно, уверяют разработчики. Пополнить ее также не составит труда. Необходимо изначально выбрать пополнение транспортной карты. То есть вот здесь вот оплатить услугу, приложить карту. Карта проидентифицируется, где будет выдана точная информация, сколько поездок осталось или количество денег, которое на ней содержится. В дальнейшем можно будет выбрать две позиции – либо пополнить карту, либо купить абонемент на месяц, на 30 дней. Сейчас в городе более 40 автобусов оснащены валидаторами. Они работают на 30-м, 3-м, 49-м и 65-м маршрутах. В ближайшее время количество транспорта в Симферополе, в котором можно будет оплатить проезд карты, значительно увеличится. Также пока воспользоваться ноу-хау для столичных маршруток можно, лишь обратившись к кондуктору. Вскоре пассажирам не потребуется посторонняя помощь, уверяют в администрации. Дарья Костенко, Виталий Голубев, служба новостей ИТВ.